Да-да. Ну что же, все, мы переходим к результатам. Первыми свои баллы объявляет Израиль и Глашатай. Кто Глашатай Израиль? Ники Минаж. Ники Минаж. Это просто прекрасно. Сытая дива накормлена 12 баллами. Понятно, Россия уже на составе на третье место. А теперь у нас Мальта, результаты которой объявит Николай Аверченко. Алло, меня слышно? Не бачу ничего. Ничего не бачу. Алло, блять! Hello, everybody! This is Malta calling! Ты чё, англичанин, что ли, дохуя? Да просто скажи, кому 12 уже. Yes. Трансляция не резиновая, в отличие от пизды, Эфенди. And our... Okay. And our 12 points goes to... Our 12 points goes to... Но рожай уже, родной. Тут тебе не защита диплома. Азербайджан, congratulations. Ебать, как я угадала. 12 баллов Азербайджану. Мы родили все-таки. Слава тебе, Господи. Я забыл подышать. Прекрасная песня, Аллах Акбар. А сейчас 7 баллов от Эстонии и глашатай, неповторимый создатель великого финала, gracias, Филипп Киркоров. Грасиес, Эмма. Грасиес, Николя. Шоу, что называется, incredible. Ой, спасибо тебе. Болгарский перчик, ты наш сладкий. Спасибо. Уку не прошел финал, но, честно говоря, даже мне на него похуй. Я хочу поддержать замечательного певца с фантастическим голосом. Невероятно артистичный. Талантливый, харизматичный. Все те качества, которых не хватило Уку для финала. Я, конечно же, адиодата из солнечной Италии. Еще раз, грасиес. О боже. Вова Лозинский офигевает от прекрасных двенадцаток. Вова Лозинский просто вообще в шоке. Почти обкончался. Давайте встречать следующее голосование. Испания. Баллы которой объявит Софья Таюрская. Кто это? Я тоже не знаю. Ну, когда отменили Евровидение? А что вы удивляетесь? Вы считаете, я не могу быть сразу участником и глашатаем? А вот могу. А вот хуяк, и у меня лягуха на голове. И что вы мне сделаете? А теперь я ебаный DVD-проигрыватель. Если я женщина, это не значит, что вы можете меня ограничивать и вгонять в рамки. В общем, ладно, сейчас вам будут 12 баллов от Испании. К сожалению, не в Россию, просто блядство. Но недалеко ушли, в Армению. Ну, что тут можно сказать, голосование пока идет очень интересно. Лидер меняется постоянно, мы все заинтригованы, кто же победит. Да, в этом прелесть начала голосования, нифига не понятно, мы переходим к баллам Финляндии, которые объявит Эрика Викман. Бесполезно учить меня сидеть, скрестив ноги, я была рождена грешницей, простите, если вас это задевает, быть свободной и бесстыдной, это замечательно, комментаторы и ненавистники в ужасе, нет, ну как же так, а если бы я была мужчиной, то стала бы завидным плейбоем, когда в один прекрасный день я приду к тебе, то меня не спасет ни наряд монашки, ни плач всей Аргентины за мной, я надеваю цветочный венок во имя удовольствия, и если я прикажу, то вы станете передо мной на колени. Мир кажется таким замечательным местом, когда живешь, словно Чичалина. Ну а финские 12 баллов такие же горячие, как и я. Это Чехия. Ну, поздравляем искренне Чехию, лучшую песню этого финала. Вот. Не знаю, я согласен с Эрикой Викман.
Но ее текст мне понравился больше, чем 12 баллов. Change my mind, как говорится. Давайте посмотрим Азербайджан. Да, баллы которого объявит Егор Белыш. Просто лучший. Зураб, ты где? Сколько мне еще с твоей рассады тут бегать? У меня помидоры на рынке киснуть я не могу. Господи, а это что такое? Скажите. Да спаси нас, Аллах. Good evening, Europe! Салам индира Ямбикова! Всем привет! Меня зовут Егор Белыш, и я глашатай из Азербайджана. Я хотел бы сказать огромное спасибо за это невероятнейшее шоу. Участники, ведущие, организаторы, все было просто на высшем уровне. А сейчас вы можете видеть первые баллы Азербайджана. Так вот, давайте приступим к топу 3. 8 баллов отправляются в Италию. Ну, как говорится, помянем. Отправляются в Данию. И 12 баллов отправляются в Германию. У-ху! Жестокие 12 баллов, песни про жестокие вещи. Рама, извините, с рассады бегает тут и баллы объявлять, это одно, а у меня там концерт Арианы Гранде. Жестоким навязыванием гетеросексуальных отношений, кстати. Да. Но Егор Белыш не поддался. Итак, давайте посмотрим. Бельгия объявляет баллы Дамир Кеджо. Зачем? Ну-то ладно. Жесть какая-то. Мало того, что не прошел финал, еще и Индира отпиздила. Ну хотя бы Бельгия великодушно позвала объявлять ее баллы. Малыш, позвали не тебя. Пиздуй. Стоп, чё? Чё думали, не доберусь до евро? Хотя бы просто объявить чьи-то баллы уже успех. Но в следующем году я уж точно буду на сцене, можете в этом даже не сомневаться. Так как я танцор, то и мой высший балл тоже уйдет главным танцором года, звездам ТикТока и фанфиков людей с кипишем на лысых. Литве. Поздравляем, три корейни из Литвы. Боже, мы наконец-таки вспомнили о реальном победителе Евровидения. Да, вчера на ненастоящем Евровидении победили, может хоть у нас на настоящем еще победят. Не надо. Итак, Польша. Баллы которой объявляет Бланш. Бонжур. Ну чё, подруга, рассказывай, как там дело с польским голосованием? Вы уже готовы объявить свои 12 баллов? Ну я пойла в рестораны и прогуля. Да мне похуй, гони баллы. Чего, блядь? Баллы, блядь, аутистка. А, блядь, точно. Короче, слухайте сюди, ще не бачите, какую сторі расскажу. В общем, перед тем, как выйти на сцену, у меня случился приступ диареи. Так я и простояла в вступлении, а после устроила брюссельский фонтан. Я тебе сейчас такой фонтан устрою, мало не покажется. Да скажу я сейчас твой блядский балу заебала. Ну все, тебе пизда, неси ты дробовик. В общем, 12 баллов от Польши. Кстати, почему я от Польши? Уходят мои подруги по всратым вступлениям. Роксен из Румнии. Боже, Бланш, как обычно, хлопнула пузырек на Лопасита. Ох уж это дружеское голосование. Поздравляем Румынию, 12 баллов от Польши. От жюри Польши, кстати. А кому же дадут 12 зрителей? Но нас это сейчас не волнует, потому мне что баллы от Италии. Сейчас истинная итальянка. Мадонна. Здорово, молодежь. На связи Италия и ее самый модный глашатай, мадам Икс, секретный агент, путешествует по миру, меняет личности, сражается за свободу, приносит свет во тьму. Она танцор, она профессор, глава государства, домохозяйка, наездница, заключенная, ученица, мать, дитя, учитель, монахиня, певица, святая, шлюха, шпионка в доме любви. Я мадам Икс, и я отдаю 12 баллов сербским шлюхам в доме любви. Боже, Сербия получает 12 баллов, очень приятно, наверное, от Мадонны особенно. Тем временем... Илье Пашнину однозначно будет приятно.
Да, тем временем топ-3 у нас очень плотный, но Россия все-таки выбивается. Спасибо Мадонне за ее автотюн даже в голосовании. Итак, Албания. Балл, который объявит Тео Хачкрафт. Привет всем, особенно Алексу Манько. Как говорится, сложно забыть это животное. Ну нихуя себе мужчинка. Тащите мне фен. Заюш, как дела? Ой, да вообще заебись. Кстати, вечером я свободна, ну а пока объяви баллы Албании. Знаете, я не очень ебу, почему я вдруг стал глашатаем Албании, но как говорится, чем только себя не займешь, лишь бы не делать альбом. Вы, кстати, не поверите, кому Албания дает свои 12 баллов. Ща обоссытесь. Албанцу из Швейцарии, охуительный поворот, не правда ли? Ну все, я попиздел в студию делать вид, что работаю. Охуеть, мы в ахуе, в диком шоке, я семье рассказал, а они тоже охуели, ебануться туфли, блин. Тихо, мы, блядь, в приличном обществе, молчи нахуй. Италия на первом месте, я не могу это не заметить, давайте посмотрим голоса Германии, которая объявляет HP Baxter, кто это? Может, хоть он что-то изменит. Ну раз ДРУД поехал на Евровидение. Может, и мне поздравляем тоже Израиль с первыми баллами, кстати. Чем я, собственно, хуже. О, да, правда, наконец-то. Пока только в роли глашатая. Мне лень идти в студию и пытаться записать новый трек из двух притопов, трех прихлопов и одного пердящего бита на 3 минуты. Возможно, я попрошу помощи у ребят, которым даю 12 баллов. Они-то точно мастера в этом деле. Качающие проигрыши и божественные рифмы Hi-Fi Desire, их конек. Ну вы уже догадались, что я говорю о Литве. Лене, твои фразы однозначно сперли. Да, как они могли? Это просто вообще ужас какой-то. Я подаю в суд на плагиат и еще кидаю жалобу на это видео за введение в заблуждение. А теперь баллы Дании объявит Луис Хоффман. А это что еще за стрёмная лесбиянка? Колян, кажись, это к тебе. Ты че, мать, с дубу рухнула? Я чистокровная натуралка. Я по мужикам. Вы там обе охуели, что ли? Я Луис, и я вовсе не женщина. Прекрасно тебя понимаю, родной. У меня та же история. В общем, просто скажи баллы и съебывай отсюда нахуй или в пизду. Не знаю, что ты предпочитаешь. Ой, да и хуй с вами, шалавы сельские. Высшая оценка датского жюри присуждается такой далекой нам стране, Исландии. О, как я классная, 12. Прямо похвально. Да, тем временем я очень хочу заметить, что это голосование просто высший класс. Мне очень нравится. Передаем привет Гоше Куркову, Андрею Кузьмиченко, которые все это сделали сами, а сами переходим к голосованию Словении и к худой легенде Мэрайа Керри. Это что новое пришествие Христа? Нет, это всего лишь я. Я Мэрайа Керри, The Illusive Shantos, королева вокала и бокала. Налейте-ка мне игристого, пока я тут озаряю всех свой легендарной худобой. Если я еще немного похудею, то моя масса станет отрицательной, и я превращусь в черную дыру. Кстати, пизда Мадонны уже давным-давно стала черной дырой, ну что за икона. Я объявляю баллы от Словении, а Словения названа в честь моего хита номер один Love Takes Time. Не у всех есть хит номер один, его очень сложно получить, и не каждый может этого достичь. Хэштег привет Минаж. К сожалению, я не знаю исполнителя, но 12 баллов отправляются в Италию. Это просто рай. Королева бокала и вокала однозначно знает толк в хорошей музыке, и Италия получает 12 баллов от Словении. А что бы мне сделать? Я буду стонить Италию до конца. Ну и правильно. А я буду стонить другую страну на букву И. А теперь четвертая, немножко не состоявшаяся участница группы Ураган, Ким Кардашьян от Сербии. Так, блять, Норфвест съебалась, не мешай маме работать. Извините ради Христа, эти бебиборны такие неугомонные. Я говорила Канье приглядеть за спиногрызами, но похоже у него опять какие-то проблемы со змеями. Не то чтобы мне не было чем заняться, мне еще надо въебать Кортни. Эта сучка окончательно берега А попутала. Ну в общем, сербская жюри в лице Норфвест решила, что высший балл будет присужден албанцу из Швейцарии. Зрада тотально. Зленя уже закончились у него все эмоции, он просто теперь уже и Сербия присуждает 12 Швейцарии, а не только Швейцария, Сербии. Да, тем временем переходим к баллам от Кипра. Пола Грин объявляет эти баллы.
Добрый вечер, я диспетчер, с вами главная драг-дива сегодняшнего вечера. Да, Никита, иди нахуй. Ой, тебя зовут Коля, я даже это не запомнила. Итак, с вами главная драг-дива Пола Грин. Сегодня я почему-то пришла на какую-то непонятную передачу для меня, чтобы объявить 12 баллов Кипра, которые отправляются в Израиль. Оу. Неожиданно. Неожиданно. Я до последнего думал, что это будет Греция. Да. Итак, Швейцария смогла 69. Топ-3 все еще слишком напряжены, чтобы делать какие-либо выводы. Как обычно, голосуют за все подряд. Беларусь объявляет баллы. Беларусь. И у нее какая-то Сандра. Вообще, сначала хотели позвать на роль глашатая Уитни Хьюстон, но у нее возникли проблемы. Поэтому с вами я, Сандра, любимая певица Бацки. Ни в коем случае не нарушайте режим самоизоляции. Но разве сегодня такая стоит проблема перед страной? Нет, нельзя действовать на авось и нельзя действовать, а давайте сделаем на всякий случай, хуже не будет. Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет, где это взять. Вы не можете никому ничего не давать. Кому-то все-таки придется поставить 12 баллов. Российской Федерации. Четко и ясно, все как надо. Да, Лукашенко, как всегда, пришел и всех спас. Да, Россию спас от гниения в топ-5 и вывел на первое место. Посмотрим, надолго ли. А Беларусь спас от коронавируса. А на очереди Литва, баллы которой объявит Илон Маск. Это была моя фраза. Так, ну ладно. Нет уж, Валь. Ух-ух-ух, блядь. Ну чё? Ох, ебать, нихуя так пошло, однако. Эй, блядь, родной, я, конечно, сама люблю дунуть, но мы сейчас в эфире притворяемся приличными, сука, людьми. Так что гони баллы, пока не вставила. Ну я вас долго не задержу. У меня сейчас пиздец поперли идеи для Tesla и SpaceX. Так что я просто скажу, что 12 баллов Литвы ушли в Мальту. Возможно, для кого-то это сюрприз. Боже, Святой Диву снова накормили 12 баллами. Я лично очень рад этому, как человеку, которого Мальта на первом месте в этом топе, в этом году. А мы переходим к баллам от... Напомните мне, пожалуйста, да, от Франции. Да, поскольку то была фраза Вовы, я так понимаю, сейчас моя, баллы Франции и мадам месье. Ой, что, блядь, уже фыра. Капец, ресница квалилась. Какой позор на всю Европу вийти в фир без сценария. Даже хлеще наших обучих костюмов от готе. Женя, шо ты молчишь, кажи шо-нибудь. Всем большой французский бонжур. Прошлогодняя Европа в Париже, конечно, сложно переплюнуть, но Роттердам, кажется, смог. Мир переживает цей час тяжкие времена. Я, конечно же, о том, что Бибер собирается впускать второй альбом за год. За такое пидорство должна быть введена уголовная ответственность. Ну, блядь, конечно, распизделся. Ну, короче, французские жюри отдали вши балу Нетфликсу. Я морту журу ревуар. Замечательно, великолепно, обожаю, люблю. Франция, Денис Грибин, Том Лип в гробу, Парижа и Телевабашня. Словарный запас из Лени на этом заканчивается. А мы переходим к баллам от Португалии, который объявляет Артём Сивков и Пола Грин опять. Которая никогда не заканчивается. Добрый вечер, сучки, с вами Звезда. Так как мне не дали вести этот цирк безвкусицы, то вы будете лицезреть меня тут, объявляющим балл Португалии. Мой коллега молчит, на нем маска, ну и пусть молчит, нахер он нам сдался. Тут звезда я. Итак, 12 баллов от Португалии получает TikTok открытие этого года, песня Uno от России. Поздравляем, ну, Россию с очередной 12-ткой, что ли? Да.
боже, топ-3 все еще очень тесный. Меня очень радует, что Италия в топ-3, потому что на фейковом Евровидении она закончила где-то внизу. Мы переходим к Северной Македонии. Баллы которой объявит Матиас Харальдсон. Hello, Europe. Привет, Индира Янбикова. Good morning, Australia. Итак, хотим сказать, что капитализм победил. Европа рухнула. А теперь перейдем к баллам. 12 points go to Юлия Самойлова, I won't break. Поздравляю. Неожиданные 12 баллов уходят Австралии. Действительно, но нужно же кому-то еще их давать. А не как мы с Максимом всем подряд только. Вот. Так, промежуточные можно дикцию результаты. Россия пока что лидирует с относительно большим отрывом в 11 баллов от Литвы, которая на втором месте, и заканчивает эту триумфальную тройку Мальта и Сытая Дива. А на последнем месте Великобритания. Так тебе не надо. Да. На пятом месте Швейцария, 83 балла. Мы поняли, да, давайте. Тут дальше стоит добавить, что у всех с третьего по пятое место по 83 балла, в частности у Италии. Италия, Файрмор и Диодата, подлюга, который бросил Леванте, но все равно получил еще раз 83 балла и занимает сейчас четвертую строчку. Сытая Дива из Мальты, которую мы уже объявили, тоже занимает строчку с 83 баллами, но сейчас она третья. Надолго ли? Ну, смотря как будут кормить баллами. Да, на втором месте вот эти веселящиеся легенды из Литвы. Молодежные. Которые смогли перевести фейковое Евровидение в Вильнюс. Да, молодежные легенды. Ну, тут ничего не скажешь. Что тут можно сказать? Слава Украине. Наконец-то Россия будет выше Украины с 2013 года, а то вечно за нами плелась. На очереди Грузия, баллы которой объявит Леван Гелбахяни. Привет из солнечной Грузии. Меня позвали объявлять баллы жюри, и я так волнуюсь, що піздесь. Меня аж трясут. Шоу, конечно, плозаебись. Очень интересно и участники хорошие. Такие песенки, на которые прям дрицтить, нихуя вот так качает. Вот лично мне больше всех понравилась болгарочка, сразу видно модная цепочка. Такая прям бэтгай, но наши жюри так не считают. Нашему жюри больше всего зашел исландский ретровый. Видимо, они фанаты Netflix'а. Ой, грация миле, Доменико Стефано, муа, муа. Такое хорошее голосование. С этими словами Италия вышла из топ-5. И из чата. И из чата я еще не вышел, не надо меня списывать со счетов. Мы объявляем, смотрим на баллы Австралии, которые объявляет легендарная группа Five Sos. Но мы не отнимем у вас много времени. И съебемся отсюда так же быстро, как наш новый альбом из чартов. Хэштег привет Дуа Липа. Как говорится, 5 секунд успеха. У него еще и в постели гыг. Блядь, завали ебало, у самого-то стоит только на премиальных хачей. А ну-ка, прикрыли свои приемники членов. Мы тут вообще-то пришли баллы объявлять. Короче, Австралия присуждает высший балл, той можно я объявлю. Нет, нельзя. Короче, 12 баллов Литве, пожалуйста, купите наш альбом. Ну что ж, мы уже видим, между кем и кем будет у нас соревнование в этом году. Россия и Литва перевалили за 100 баллов. Чем их и поздравляем. Да. Могу сказать однозначно, что меня бесит. Да, у меня есть характер, да, у меня есть выдержка, и, к сожалению, да, у меня есть яйца. Хотя, наверное, к счастью. Я скажу так, мне нравится, как он работает. Мне нравится, что все песни, которые пишутся, пишутся им самостоятельно. Мне нравится он как артист, что он вдохновляется своей собственной жизнью. И это все трушно, честно. Мне нравится, что у него есть образ. Мне нравится, что он умеет делать продукт. Помимо того, что он умеет его делать, он придает ему
крутую форму, он умеет это продавать. И неважно, какая реакция, положительная или отрицательная, это срабатывает. И я смотрю на все это, и меня это безумно мотивирует, и я восхищаюсь этим. Это правда очень круто. Многие так могут. И ждем, когда это сделает Исландия. Итак, 23-я голосующая страна. Это почему у меня написано Греция, но голосует Болгария. Ладно, Болгария сама и Билли Айлиш. Сама же и баллы объявлю. А что? Встала и ушла отсюда. Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон. Развелось тут всяких шептуний. Вчера на подворотне, сегодня на сцене. Тьфу. Еще раз такое повторится. Я закрою ваш шабаш геев и лесбиянок. Я вас предупредил, ненавижу непрофессионалов. Так, а 12 баллов уходит создательницам дрейфа материков, глубоких океанов и огромных полыхающих огней, которые не смогла потушить полячка. Упс, не Швеция. Диско-шар Санны Нильсен, то есть дотер, был лучше. Поэтому гуманитарная помощь в виде 12 баллов отправляется выпускнице циркового училища и профессионалу в машиностроении, богине моноброви и усиков. Исполнительница, по расписанию месячных которой Георгий Курков делает рекапы выгул, шиномонтажница из Австралии. Мы поняли, хорошо, спасибо. Король короны просто отправил 12 баллов Австралии. С чем поздравляем Австралию, это, кажется, третья 12 баллов для Австралии. Вторая, возможно. Ну, не суть важно, может быть, еще будут, как раз будет и третья. Да, а на очереди Швейцария. Мы пропустили Грецию. Да, ребят, всем привет. Хочу сказать большое спасибо за этот конкурс. Было очень здорово. И было приятно провести вот этот вот небольшой праздник в такой тяжелый период. Собственно, с вами Швейцария на связи из подмосковной Лобни, умоляю. Так что мои 12 баллов до зуба уходят королеве усиков и легенде исполнений песен в перешницу Австралии. Я же сказал третьи 12 баллов. Да. Я знал что-то, понимаешь? Вова пророк. Пророчит. Вова все знал. Вова всех переиграл и уничтожил. Я, да, это ловушка Вовы. А Коля, надеюсь, уже покурила, мы объявляем голоса Латвии, и объявляет их Стас Давыдов. Должен был объявлять, но нам сказали побольше пиздец, поэтому вот. Ну, монтаж хорош. Супер. О, добрина, и тогда прикольно. Патриоты с малайками. Ага, пармалдия, прец. Nērti sanāca. Būt tas vispār nav fans, bet gan šķiltavas. Nu kā šķiltavas pistole. Nu tā pat šitais ir šķiltavas fans. Nu kas var pārvērst tavu suni par šķiltavām. Vai dzīvokli. Labi, Kšištovskis, nu saka, ka tas ir labi manā vietā. Я поздравляю Исландию с тем, что у нее баллы за 100 переводили. О, и Мальты тоже заодно. Мы перестали это замечать. Теперь мы ждем 200 баллов. Уже все, мы уже задрались. Прямо как Мальта. Извините. Неудачный каламбур. А баллы Исландии объявит Сильвия Найт. Боже, легенда воплоти. Я такого уебищного шоу в жизни не видела. Уж поверьте. А я была на выступлении Мадонны в прошлом году. Это оскорбляет мои чувства как главной токсичной звезды и пизды в истории Евровидения. Ну ничего, божественная, неповторимая, уникальная, прекрасная, креативная, талантливая и неописуемая Сильвия Найт одним своим ликом сделает из этого корпоратива настоящее достойное шоу. Подвиньтесь, селки, I have arrived. Естественно, ни одна песня в этом году не сравнится с моим гипер-ультра-мега-супер-хитом Congratulations, но это априори невозможно. Но 12 кому-то отдать надо, пусть это будет Украина. Ну я пошла, я и так тут задержалась в этом сайте. Ну что, за Украину получает 12 баллов, с чем мы поздравляем Украину. А я поздравляю Сильвию Найт с тем, что она высказала про Королу все, что мы хотели сказать еще в 2006 году. Да, на очереди мы переходим в Молдова. И Молдову, балал Молдова объявляет Никита Артыков. Блять, у нас тут восстание зомби. Кто выпустил Артыкова с кладбища? Разворачивайся и пиздуй обратно в свой гроб Оверсайз. Hi, this is Daughter. Believe me, I really did try to represent Sweden in Eurovision this year, but unfortunately I didn't. But I will give you the votes instead. So here comes
12 points go to Switzerland. Ах, какая прекрасная женщина. И отдала такие же прекрасные 12 баллов прекрасной песне из Швейцарии. Я даже на секундочку поверил, что это Дотер. Итак, баллы Швеции, собственно, объявляет Брэд Питт. Прямиком из Голливуда. Для глашатайства меня хотели нарядить в платье, но я слишком крут для этого дерьма. У меня так шикарно начался год с Золотого Глобуса, Оскара и еще кучи премий, что я решил тут не обойтись без ложки дегтя. И уж пусть лучше это будет Евровидение, чем коронавирус. В общем, весь мир борется с ковидом, и Швеция не исключение. И наши 12 баллов очень символичны. Продолжаем дышать вместе с Самантой, карантиной и Латвией. Тем временем Швейцария, Исландия и Германия перевалили за 100 баллов, а Латвия получает 12 баллов от Швеции. А Швеция на самом деле не сильно борется с коронавирусом относительно других стран Европы. Да, о, баллы России и прекрасный, неповторимый, великолепный Александр Гудков. Да, который вот тут типа должен сейчас появиться. И нас тоже попросили очень много разговаривать про это. Хорошо, мы будем сделать. Да, давайте посмотрим, кому он что там дал. 8 баллов Албании. Ну, молодец, поднялась очень неплохо девочка. Хотелось бы верить, что она будет еще выше, наверное. Но не тут-то было, ведь она получает еще раз 8 баллов, но это ее никуда не поднимает. 12 Австралии, поздравляем, Монтейн. Между прочим, Германия на 6-м месте, это очень интересно. Как ты считаешь, все ее так срали, а тут... Да, я тоже так считаю, Германия заслужила это все. Да, к тому же Австралия... А те, кто ее хейтят... Ивана Трампа, голосование Чехии. Привет. Меня зовут Ивана Трамп, и я тут не для того, чтобы обсирать Дональда. Хоть и я могу. Но он и сам прекрасно с этим справляется. Маланья, я знаю через, что тебе приводится и проводить. Трапес, родная. Ладно, ну что, интересные баллы. Может, 12 Германии будет. 12 баллов от Чех Республик, да Патрвлация в Украине. Это наш подарок для Зеленского. А вот это было интересно. А вообще голосование в лучших традициях Евровидения. Те, кто были в начале в топе, типа Италии, сейчас стремительно падают. А вот Мальта, которую покормили, потом перестали, сейчас лидирует. А баллы Украины объявляет, Зленя, я даю эту фразу тебе. Лиза Мозер. Боже, родная, мы скучали. Привет, Интерконтест. Привет, Гоша. Привет, Индира. Привет, Махмуд. Привет, Егор Белаш. Привет, Федор Федоров. Не знаю, кто там у вас еще участвует. Привет, 17 баллов Австралии. Так как эта заявка и эта певица возвращает меня в те времена, когда наша дружба с Индирой Ямбиковой только зарождалась. Я просила ее сбрить усы, такие же прекрасные усики, как у представительницы Австралии в этом году. А она называла меня чехлом для хуя Артура Лановского. Причем Артур Лановский это тоже не просто так. Артур Лановский — это же главный фанат Австралии. Не только на очень интересно, спасибо. 12 баллов отправляются в Австралию, и Австралия очень стремительно поднимается. Помнишь, она была на 20-х местах долго, а теперь она почти что заметила на топ-5. Итак, а мне Лиза Мозер не передала привет. И мне тоже, это вообще все. Это обида. Хорватия объявляет: Дима Дидора, мы скучали по тебе. О, привет, ребята, это голоса от жюри Хорватии, и наши 12 баллов мы вам наиграем. Слушайте внимательно, я учусь. Разве вы очень не догадались? Понятно. Это же Исландия, и 12 баллов отправляются Исландии. А, ну теперь так это было понятно с самого начала. Теперь догадались. Кому можно было еще отдать 12 баллов? Италии, например. Так, тихо. Италии будут следующие 12 баллов. Итак, Великобритания.
Илья Пашнин. Боже, мы тоже скучали. Всем привет, я Илья Пашнин, и я объявляю баллы за Великобритании. У меня, к сожалению, нет британского флага, но я футболки Арсенал, так что все по канону. 12 баллов достаются кому? Кому? Словении, да? 12 баллов достаются России. Всем. О, Россия снова поднялась на первое место. Это просто как какой-то аттракцион. Я не понимаю, как это работает. Все прыгают, скачут, всем весело. Uno, dos, cuatro. Я думаю, Великобритании не очень весело. С ее последним местом. Ну так-то да. Итак, Ирландия. Да, Ирландия. Совсем недалеко перемещаемся. Привет. Стив Герриган объявил нам балл. Промоушн нашего нового альбома, конечно, завел нас в неожиданные места. Жаль, что вы не оценили заявку Ирландии в этом году, она ж была сравнима с эйфорией. Ну хотя, судя по всему, только потому, что обе песни были актуальны в 2012 году. Зато наши 12 баллов актуальны сейчас. Особенно для Дуа Липы, нашей любимой косовской беженки. Швейцарии, держи и забери Дуа Липу обратно. Боже, две страны по 169 баллов при таких интересных обстоятельствах. 12 баллов Швейцарии. Швейцария поднимается на первое место. Интрига просто нарастает максимальным образом. У нас снова будет повторение того года, когда Бельгия победила. Так, уже Австрия объявляет баллы. И это COVID-19. Встречаем. Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, мои хорошие! С вами коронавирус. Ну что ж, господа, сегодня мы проведем день со мной, с коронавирусом. Яс, бич, яс! Во время карантина и эпидемии коронавируса потрахаться с кем-то становится очень тяжело. И высока вероятность заболеть и умереть от коронавируса. Что делать, спрашиваете вы? С кем ебаться? Трахайтесь с самотыками, трахайтесь с резиновыми письками, трахайтесь с искусственными жопами. Ебите неодушевленные предметы. А где их взять? Конечно же, в Румынии. Я уже пошел следовать этому совету. Где мое дилдо, мамо? Ой, это было слышно, да? Если что, Румыния к Украине ближе находится, так что могу тебя поставить. Хорошо. Немножко. Румынка напилась и трахается. А Норвегии, балл Норвегии объявляет Йобст. Йобст. Да. Какие интересные речевые обороты использует этот чувак. Что же будет дальше? Баба, которая похожа на Рокта больше, чем я. Кто же это? Румыния? А, нет. Украина. Как бы почти. Зато хоть в левую часть таблицы переместилась. Да, и так баллы Румынии объявляет снова Филипп Киркоров. Побеждается в финал. Молдова участвует. Наша песня, которую мы написали. Наша песня. Это же наша песня. Она наша песня написает Молдову. То есть, как это Молдова не в финале? Натусик Гордиенко должна была побеждать и забирать в Кишинев хрустальный микрофон. Это диверсия и слив по политическим причинам. Да и попросту блядство. Вы все суки и бляди. Я кому проплачивал голоса и для кого скупал симки? Пиздец. Теперь Румынии даже некому ставить 12 баллов. А Киль попытаю счастье и отдам их Нетфликсу. А вот замутим с ними контракт в следующем году. Ну неплохо. Чё это? Грация, Филипп. Вообще, как бы у Румынии там еще Украина под боком есть, но это тоже неплохо.
Да. Итак, баллы Сан-Марино объявляет прекрасная, великолепная, неподражаемая, лучшая Валентина Чао Монета. Чао кого? На связи королева Евровидения. Если вы думали, что больше не увидите меня на конкурсе, то вы сильно ошибаетесь. Когда-нибудь я запишу дуэт с Серхатом, и этот ёбаный хрустальный микрофон будет наш. Но это не точно. Серхат, жду тебя у себя в директе. Наши 12 баллов уходят песне, которая подсчитывает мое участие на Евро, Уно, Дос, Ватро. Трест пропущено, потому что на квесте прошла все на Ватро. А вообще тут должен был бы быть Георгий Курков, который спел бы нам I Didn't Know. Ну а Россию мы поздравляем, да, куда же без этого. Россия опять стала на первое место. Боже, это просто гонка невероятная. А балл Армении объявляет кто? Федор Федоров. Евровидения не будет. Йон Уласант принял ислам. Спасибо. Привет, Индира Ямбикова. Интерконтест будет. Георгий Курков принял христианство. Добрый вечер. Каймановы острова на связи. Это не Игл. Кипр. И не Модерн. Так как в этом году я отдаваю за свой гарем, 12 баллов в Армении объявляю я. Но перед этим хотелось бы поблагодарить админов и ведущих за wonderful show English Language, а также хотелось бы поздравить с прошедшим днем рождения Яну Смородину, тут вода, если что, с прошедшим днем рождения. Желаем счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего. И я подготовил специально танец. Танца не будет, он принял ислам. Ну и напоследок хотелось бы сказать... Привет, Индира Янбикова. 15 баллов в Армении отправляются второму создателю «Голубжу» после Дункана. Дункана, блядь. Самый кривой реванп года. Я сказал обладателю «Самый кривой реванп года». А вы чего хотели, я в час ночи снимал. Тимами с песни Бенни Криста из Чехии. Бабич. Ну что тут можно сказать? Поздравляем Чехию еще со второй двенадцаткой. Ей это не сильно, конечно, помогло, она даже в левую часть таблицы не переместилась, но в целом было неплохо. Да, а спасибо. У нас последнее голосование, Нидерланды, их объявляет Александр Рождественский. Посмотрим, сможет ли кто-нибудь пересечь планку в 200 баллов. Привет, Европа, и добрый смог. Вечер, Австралия. Спасибо за грандиозное шоу. Я готов объявить результаты голосования жюри Нидерландов. И 12 баллов отправляются девушкам, за которыми хочется повторять движение. 12 баллов Швеции! В лучших традициях Евровидения последние 12 баллов уходят в Швеции. Ну что же, это были все голосования жюри, и у нас только одна страна, которая смогла в 200 баллов. Лучшие традиции Интера 5 лет соблюдаются просто вот так. Итак, сейчас и одна страна... Греция, кстати, вообще была? Да, представляешь? Точно. Сейчас вы видите предварительные результаты после голосования жюри, но самое интересное еще впереди, потому что нас ждут практически такие же по своей сути, но результаты зрителей. Да, и не забываем, что в отличие от... Нет, ладно, пока не забываем наш топ-5, потому что на пятом месте великолепный, неподражаемый исландец Дади. 150 баллов. Какой же вес у Вовы Лозинского? Итак, Вова, Максим, уйди отсюда. Сытая легенда Destiny оторвалась от исландца на 27 баллов и занимает четвертую строчку со 177 баллами. Выключи микрофон.
Не выключу, потому что на третьем месте у нас Россия со 192 баллами. Отрывы, конечно, пошли интересные. Астрео всего лишь 7 баллов, а молодежный трек от литовцев занимает сейчас вторую, шок, строчку. 1 балла не хватило до 200, но ничего, зрители это исправят. Ну а на первом месте сейчас швейцарский албанец с песней «Repond de moi», который набрал 201 балл и пока что единственный перешагнул за отметку в 200 баллов. Халайлойла, меня зовут Владимир Бергер. В этом году обошлось без моих обзоров на песни Евровидения. Вам повезло. Всем привет из 2019-го, когда я объявлял завершающие голоса жюри. С каждым годом я сдвигаюсь все ближе и ближе к завершению. В следующем году буду объявлять голоса зрителей, а уже через год выиграю этот ваш конкурс. Я вообще не слушал песни этого года, но с удовольствием объявлю голоса остального мира. Они, кстати, сейчас объявляются, если вдруг вы не заметили. Ага, да. Итак, перехожу к топу 5. 5 место и 42 балла достаются Армении. Твоя песня, ничего не скажешь. 4 место и 46 баллов достаются... Я передам привет Индире Янбековой. Азербайджану. Такое неплохое соседство. 3 место уже 49 баллов получает страна, в которой я когда-то был. Эх, сейчас бы туда, там так тепло и хорошо. Мальта. 2 место и 56 баллов получает страна, соседка Норвегии. И страна, в прошлом которой был Егор Крид. Швейцария. 1 место и 60 баллов у моей любимой песни. Вот это проигрыши. Uno, dos, cuatro. До души, в душу глубоко. Пока. Это было иконично. А теперь я надеюсь, что я не обосрусь со своей ставкой про голосование зрителей. Мы объявляем их в порядке, в котором проголосовали жюри. То есть начинаем с Великобритании, Франции, Испании и так далее, до Швейцарии и Литвы. Итак, я тоже тут. Великобритания получает. Интересно, будет ли сегодня Sorry Zero Points? 14 баллов получает Великобритания. Очень интересно. А Франция получает... ...10 баллов. Немногим меньше. Да. Ну что же, Испания получает... У Великобритании все больше шансов остаться последним. 16 баллов у Испании. Албания последний шанс Великобритании не быть... А, нет. У нее аж 30 баллов. Ну ладно. Албания получает... Поздравляем Великобританию с последним местом. 24 балла. Итак, Нидерланды. Хозяйка конкурса получает... Ух, Тенс. Сколько же? 20 баллов. Ну молодец, Чунгук. Для домашнего конкурса хорошо. А сколько же получит Греция? Она получает... Либеракакис. 54 балла. Отличный результат. И у Чехии сегодня... 40 баллов. Сколько же баллов будет у Дании? Сколько зрителей сказали им «да»? Сколько баллов будет у Дании? Да. Да. 82 балла. Неплохо. А два Бельгия? Почти да. Так, сколько получают наши пылесосные богини? Они получают 76 баллов. Тупо баллы удваиваются. Короче, все, можем не продолжать смотреть. Ураганом полетели в Сербию Любовь Ильи Пашнина и 69 баллов. О, Сербия смогла в 69.
Итак, Болгария получает. Неожиданный флопник. Да. 88 баллов. И влетает в топ-5. Спасибо, Болгария. А сколько же баллов получит Израиль? Может быть, хоть зрители его полюбили? Чуть побольше, чем жюри. 42 балла. Ну, как тебе сказать? Ну, да. Почти. Видно, не судьба. Видно, нет, фикерлиби. А Латвия получает ИВЛ и сколько-то баллов в придачу. Итак, Латвия получает 82 балла, достойно, влетает в топ-5. Италия долгое время была в топ-5, но что-то не срослось. Может, зрители ее туда вернут? Италия получает... Только попробуйте дать мало баллов, я вас найду всех. I'm sorry, zero points, да? 66 баллов. Я вас всех найду, я всех записал. Румыния получает... Сколько же баллов? Все интереснее и интереснее. Румыния получает 42 балла. Ну, в принципе, ой, тепер можна перейти на українську мову, тому що зараз буду оголошувати бали своєї улюбленої країни. Ну що, давайте, скільки там Україні віддали балів, скільки солов'їв заспівало у ваших серцях 96. І вітаю в топ-5. Наш соловей молодец. Супер. Ну, а сколько же получают городвигательные шведки? Не совсем из Швеции, но все же. 102 балла. Поздравляем. Занимает сейчас 3-е место. Австралия получила очень много 12-ок от жюри, но насколько сильно ее полюбят зрители? Мы знаем, что обычно на Евровидении зрители не особо жалуют Австралию. Но в этот раз они отдали ей. Интрига нарастает. Я весь взволнован. 97 баллов. И снова встала на 3-е место. Ах, ну что за усатая легенда? Всепоглощающая любовь к дуэту Chainsmokers, я напомню. А тем временем мы переходим к баллам Азербайджана и сколько же они получили от зрителей. Интересный вопрос. Сколько же людей хотят чпокнуть Самиру Янбекову с песней Индира? Итак, Азербайджан получает 91 балл и занимает 4-ю строчку сейчас. Поздравляем, Азербайджан, довольно достойно. А мы переходим к доброй соседке Азербайджана, Армении, которая сейчас получает от зрителей свою порцию баллов. И сейчас мы узнаем, сколько это. Сколько это? 94 балла. Снова. Азербайджан и Армения подружки навсегда. Ну что за дружественные легенды? Тем временем, не совсем простой программист из Исландии получает... Передаем привет украинскому программисту Андрею. Между прочим, российский программист Вовы тоже здесь сидит, но не выебывается. Так что Исландия получает 128 баллов и занимает первую строчку. Зленя должен сейчас кончить. Да, надеемся, там он и останется. В полуфинале? Не смешно. А мы переходим к топу 5 по жюри. Первая на очереди у нас Германия, которая получила 170 баллов по совместному голосованию жюри и Реста, а от зрителей она у нас отхватывает аж целых 102 балла. Надо сказать, что позиция Германии достаточно неожиданная и даже радует. Приятная. Приятно, неожиданно и приятно. Итак, а Россия
Россия получает... Сейчас будет 420 баллов. And it's not enough to pass Iceland. Ну и Украина как бы тоже. Вечно она под Украиной. Вот честное слово. Итак, Россия 2013 получает... года. Кошмар. Итак, без шуток. Россия получает... I'm sorry, zero points. Мы очень близки к победителю, между прочим. Россия. Отримует 262 балла. Нешуточные баллы, скажу я вам. Да, вполне неплохо. Но будет ли этого достаточно, чтобы удержаться на первой позиции? Да, ведь впереди еще три замечательные страны. Одна из которых это Мальта. Обычно мы знаем, что за Мальту тоже в основном голосуют жюри, поэтому давайте посмотрим, насколько поддержали зрители нашу прекрасную сытую легенду Дестини Зеленкову, у которой было 226 баллов. Сколько? Насколько же? Ух ты. 146. Как-то не докормили нашу легенду зрители, если честно. Я не ожидал. Но Мальта получает 372 балла в общем зачете и сейчас занимает вторую позицию. Поздравляю. Вполне достойно после триумфа на детском Евровидении. А тем временем, дорогой вопрошающий швейцарец, который ничего не понимает и выглядит прямо как я на любой паре в моем универе, получает... Сейчас самое интересное, самый сок, битва Швейцарии, Литвы и России. А Швейцария как и на получает... фейковом Евровидении, кстати. Ну, ничего нового, я думаю, что на настоящем было бы примерно так же. Итак. Итак, хотя нет, Швеция не была бы так низко. Так что... Итак, Швейцария получает. Но все равно, кстати, в топ-10. Да. Ох, волнительно. 282 балла и стремительно обгоняет Россию. Поэтому битва продолжается только между Швейцарией и Литвой. А сейчас мы радуемся за Швейцарию. Снова проклятые гейропейцы слили Россию. Говнюки. Ненавижу их. А на очереди Литва. Итак, самое интересное. Борьба, напряжение. Молодежный трек против вопрошающего албанца. Кому же из них достанется эта заветная победа? Мы все в напряжении. Мы не знаем, что произойдет дальше. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы лишь знаем, что Литва получает. Получает, но сейчас будет максимально долгая интрига. Мы сейчас еще раз послушаем песню Don't Start Now Dua Lipa. Желательно два раза, чтобы не расслаблялись. 253 балла, и этого недостаточно, чтобы перегнать Швейцарию, поэтому поздравляем Джон Стирс с песней «Répondez-moi» с победой. О боже, это действительно иконический момент. Да, уже. Итак, сейчас вы видите полные результаты нашего финала. Итак, победителем становится Швейцария, на втором месте Литва. И замыкает тройку лидеров Россия. На четвертом месте Мальта, на пятом Исландия, на шестом Германия, а там дальше еще Армения, Австралия, Азербайджан и Швеция. Но я вижу, Швейцария объявляет Максим. Да. Но я вижу, у Швейцарии неплохая тенденция так раз в 32 года побеждать. Ну, знаешь, вот, это достаточно часто. По России мы не можем такого интервала определить, поэтому радуемся тому, что имеем. Итак, Швейцария становится победителем конкурса песни Евровидения 2020. И желаем Женеве, Цюриху...